А я не вижу. Поработаем, Ульяночка? Ух, 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 ух. Как прям я ух. Обыграла, но не доиграла. Может, мне надо было снять свой кроссовок и показать? Спасибо, Саня. Ух. Всем привет! В эфире программа Smile News на телеканале Humor Box. Меня зовут Даяна Брюк. Наша программа продолжает знакомить вас со смешными видео и новостями из разных уголков мира. Поехали! Люди, которые заводят собак, души в них не чают, хотят, чтобы они были красивы и не мерзли, одевают их и покупают им обувь. Некоторые собаки привыкают так ходить, а каким-то очень неудобно. Есть веселые кадры, давайте посмотрим. Раз уж мы заговорили про обувь, хочу вам показать девайс для того, как легко снять свои модные шузы. Этот прибор must-have для ленивых, пожилых, беременных и людей с проблемами спины. Boot Jack. Знакомьтесь. Thank you.
напоследок нарезка смешных баловств от красивой половины человечества. Девушки шутят, а потом попадают в какие-то нелепо веселые ситуации. И все это происходит под прицелом камер их телефонов. На этом все. Смотрите новые выпуски программы Smile News по пятницам в 19:00 на телеканале Юмор Бокс, а также повторы в течение недели. Подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграме и ВКонтакте. С вами была Даяна Брют. До новых смайлов!